после 6 дней мороза, снегопада вывалили. Реагирует махом на цвет. Вот синий цвет увидели сразу же. Не прошло и полгода, вспомнили. Подтянулись сразу же к выходу с подъезда. А говорят, птицы цвет не различают. Еще как различают. Да я вчера обратил внимание, выхожу с подъезда. А они прыг так на вот эти деревья обкоцанные. И чирикают с двух сторон. Ну, у меня было кое-что им дать, как раз вынес. Но я не размахивал пакетом, как сейчас. Подкормил их, бедолаг. Потому что бушевало 6 дней, да и сегодня. Вот снег перестал, а ветерок еще усилился. Не знаю, хочу вам показать. Ну, дойду ли я по сугробам, идти полчаса где-то до берега. Поэтому постапокалиптические картины всяких потопов и прочих смиренных. Вот тут сейчас лед местами. Покрытых снегом вряд ли интересно будет. Ну, пока эпизод закончу. Вот такое вот кокоду. Так что птицы цвет различают без вопросов. Вот не видно ли? Может, видно, как метет снег, но не такой густой. Ну, зато ветер, поземка практически параллельно земле вот едет. Ну, по потопным кадрам эти кадры известны. Вот видно. Заряд над крышей. Ну, всего 8 градусов потеплело с 25, потому что снег, ветер с океана. О. Продул 600 километров ветер с Охотского моря, с Тихого океана. Влажный, соответственно, со снега. Сугробы уже вон приличные. О, сейчас вот здесь вот на контрасте. Ну, жесткая зима началась, в принципе. Она как бы хоть и припозднилась, но зато с таких морозов началась. Четко аномально все видно. Мои дорогие зрители, слышите, как завывает? Я вот микрофон прикрываю. Ну, нифига мне дойти не удалось. Это вот драмтеатр, там скверик этот, видите, сугроб сумасшедший. Ну, еще не, конечно, не сумасшедший, так себе. Только начинает задувать, но уже вон дерево видно, вон заметенное хреново, потому что нет дорожек, ничего не протоптано. То есть народ, короче, только по пробитому шарохается. В общем, хотя вроде как с утра гребли что-то, ну, с утра ветра не было такого, а сейчас ветер все сильнее и сильнее. И, соответственно, я просто не могу в нужную точку, потому что я там упираюсь в сугробы, соваться вот в ботиночках туда, рискуя там ногу вывернуть, ну, не захотелось мне. Поэтому кино не будет. В общем, увы, и ах, извините. Кино будет несколько позже, да? Ну, ладно. У вас, наверное, у всех там солнце светит, все такое. Ой, елы-палы, ой, огни Буэнос-Айреса, ну все, короче, ностальгия по моей бразильянке, бляха-муха. Это вот молодые люди так общаются между собой на математической теме. Да, это вам не Рио-де-Жанейро, господа хорошие, это Комсомольск на Амуре, елки-палки. Поэтому можно только вспоминать чего-то теплое и так далее, короче. Ну, ладно, жизнь всегда нам подбрасывает сюрпризы, поэтому зато сам процесс увлекателен, интересен. И вон мои друзья уже меня тут приветствуют. Уже докладывает она, что, возможно, им опять жратву тащит. Ну, в принципе, правильно угадала. Так что проницательности животным, нашим птичкам, не откажешь.
Вот они, друзья, корефаны сидят. Давайте, до завтра. Вот и все. Спасибо вам, что не забываете.